Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Николая. И у нас сегодня Коля. Здравствуйте, Николая. В общем, ролим, как обычно, под коллекционера. Ник Фербер. Веселый ник. Так, что тут у нас интересного есть? Привет, весна. Ну, привет, весна, парящий остров. Вот такой вот коллекционер. Аккаунт. Скорее всего, бездонатный. Да, доната здесь нет. Вы как обычно начнете, вот там же 6000 самоцветов. Ребят, даже 100 тысяч самоцветов, даже Минотавр, это уже по сути не донат. Ну ладно, Минотавр донат, до шапки это не донат. Гильдия баллиста, вторые и третьи места, кидайте заявочки, вступайте. Атака, фартовый БГ, чат, WhatsApp, видите на экране. Так, поехали, посмотрим, что у него делается по героям. Нету космища. Тессы, Трифеда, Ледяхи, Афинки, Землеройки, Свалина, Махатмы. В общем, вот так вот. Ну, довольно-таки неплохо. Так, ну что, поехали. Let's go, baby. Кристаллические эктоплазмы. Ну, просто, просто мега, мега круто. Малышник. Понеслась. Вообще нифига не падает. Что за фигня? Рыцарь. Имка. Варлок. Оборотень. Дьявол. Влад Дракула. Ну а где их слизни? Что за бред? Это просто жесть, ребят. Вот, наконец-то, два студеных рыцаря. Это жесть. Я офигею. Два студеных за 9к. Это что за бред? Это типа компенсация? За то, что другим выпало больше. Я вот, конечно, я в шоке. Так, когда я уже займусь своим бездонатом? Окей, поехали дальше. Так. Тритонище. Блять, не падают вообще. Что за аккаунт? А мы хоть одного недостающего героя вытащим или нет? Что за бред? Рыцарь. Рыцарь. О, наконец-то нам упало две легенды вместе. Это какая-то жесть. Купидон, Купидон, Шаман. Укротитель. Паладин. Нравятся мне такие роллинги. Души, губ. На которых ничего не падает. Череп, тыква. Два самых, знаете, нужных героя недостающих. Вот посмотрите, вроде и леги падают, но они вообще нафиг не нужны. Половину уже переролили. Слизни мы штук 5 собрали. 6. Обалдеть. Я, честно говоря, в шоке с таких роллингов. На это реально сложно смотреть. Поехали дальше. Где? Где недостающие герои? Вот, наконец-то, свален. Ну, хоть что-то. Я запарился, конечно. Я думал, уже вообще печаль будет. А что там у нас за свалина дают? А то я что-то так ролю-ролю. Так, два камешка, две эмблемки и проклятый доспех. Ну, хоть так. Но это еще не конец. Мы сейчас по-любому вытащим землеройку, ребятушки. Я же говорил, что мы по-любому сейчас затащим. Это нереально. Повезло, конечно. Два таких героя последних. Даже облик у него есть. Ничего себе. А что он их не меняет? Испортим ему это удовольствие. Фермер. То чувство, когда есть облик, но нету Минотавра. Так, отлично. Отличненько, отличненько. Давайте еще раз сюда. А подождите, землеройка. А, землеройки тоже нет. Отлично, мы добили ему двух имба героев. Поехали дальше.
Чик, 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 чик. Дракос, блядь. Что за роллинг? Я в шоке. Ну, хоть радует то, что мы сейчас ему вытащим две эмблемки. Ну, камешки это такое, конечно. Что такое два камня? Дали бы 10, блин. Запарили они уже своим жлобством. Ничего себе, там Фрая у него поджигает. Поехали дальше. Ведьма-морозница. Тесса. Тессы, по-моему, тоже не было. Или была, сейчас посмотрим. И я. Ниндзя. Триант. Бульдозер. Я просто в шоке. Ну хотя, с одной стороны, что в шоке? Нормально герои падают. Три недостающих героя. Ну хоть так. Но зато какие герои, я считаю, для любого аккаунта эти герои нужны. Они реально как вспомогательные, очень крутые. Так, отлично. Ворожей. Ну, смотришь на этого ворожея. Раньше когда-то ворожей выпал. Сейчас смотришь на ворожея. Нифига себе, ребята. Вот это жестко. Это нереально. Нереально жестко. Блин, интересно, мы дособираем или нет? Купидон. 10-15. Давайте еще раз фрейд сбегаем. Сольемся и попробуем заролить. Может, поможет, еще вытащим кого-то. Так, отлично. Он наш Космо. Мы убили Космо, сейчас он нам придет. Профессор Рибит. Душегуб Седна. Ну, ну, конечно. Да, в общем, вот так вот. Такс, такс, так, смотрим. У Седна у него есть, Фрея, понятно, есть. Ну, видите, только три героя у нас получилось. Сейчас еще Тессу распакуем. Ну и то, я считаю, это довольно-таки неплохо. Сейчас мы заберем плюшечки. Надеюсь, там хоть нам повезет. Хотя, по сути, герои упали хорошие. Собрать. Собрать. Забираем эти все плюхи. Так, отлично. Поехали. Собрать, собрать. Собрать. Ну, еще проклятый доспех. Тоже, в принципе, неплохо. Такс. Такс, такс, такс. Рекс, фэкс, пэкс. 9 штук уже у него. Тоже неплохо. Давайте попробуем ваши подарки. Чик. Ну, такое себе, конечно. Так, это у него мешки. Собирает, копит. Тут с карты у него, в принципе, все есть. А, давайте посмотрим на героев, что у него вообще делается по алтарю. Ну, неплохо, неплохо. Нормально, как для такого доната, я вам скажу, очень даже хорош. Пятерок, смотрите, сколько. Да, неплохо.
Так, окей, отлично, поехали к нашим новеньким героям, посмотрим, что там у них выпало. Землеройка свалена. О, ничего себе, со стойкостью сразу выпало, отлично. Давайте, у него есть там пару коробок. Чик. Гнев, ну, такое себе. И огненная защита, ну, уже подумает, кому ставить. В общем, такой вот роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.